Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы начинаем Warcraft 3. Давайте один игрок. Компания. Итак, давайте сначала, потому что тут... Так, пролог. Пророчество. Смотрим. Ух ты, раньше это такая заставка еще крутая считалась. Графическая такая. Вау! Значит, игруха будет классной. И все давно хотели посмотреть фильм. Мы никогда не верили в пророчество. Warcraft в то время. И проводили жизнь в боях с врагами, которых указали нам отцы и деды. Почти получилось. Пацаны! А вот это плохое предзнаменование. Пока не настал этот день, небеса озарились огнем. Вот он, посланник легиона. И новый враг пришел в наш мир, чтобы навсегда уничтожить его. Чтобы навсегда уничтожить его. Итак, сон Трала. Там, скажем так, была предыстория всего этого. Вот начинается, как сказать, сама история. Ну, начало. Время ускоряет свой бег, сын Дуратона. Вновь вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Трехглазый ворон. Но это не отсылка на игру престолов, нет. Или это нос у него? Нос. Я думал, там глаз у него сверху был. Нет, нету глаза. Все-таки нормальный ворон. Двухглазый. Не из Чернобыля. Беги. То есть лети. Катапульты орков подъехали. А с другой стороны, людишки. Вот они, воины. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. Вот так. Э...
Ну зачем вы так бежите-то, господи, устанете, пока добежите. Орки-то хоть мощные, не устанут. Мчаться навстречу своей гибели. Пылающая тень готовится легион. Этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанное. Все ясно, все понятно. Кошмары. Бывает. Слон при звуке флейты теряет волю. За мной. Так, жил в домике, никому не мешал. На тебе. Ворон напророчил. Что так светло? Я куда-то ткнул, что ли, не туда? Или это у меня так? Так, ладно. Ну-ка, давайте, хочу посмотреть кое-что. В настройках. Ну, вроде нет. Вроде так, загрузка ролика, сражение, кампания. И мне настройки нужны. Настройка. Игра. Так, здесь все нормально. Изображение. Максимум, максимум. Да. Да, нет, вроде все. Давайте-ка. Продолжаем тогда. Компания. Исход Орды. Ну и в погоне за видениями. Тут нас научат обращаться, как надо правильно в героя тыкать этим пальцем. Итак, у нас крестик. А, пальцем. Я-то показываю крестик. Итак. Что ж. Путь. Юный вождь. Так это был сон. Прилетел. Это не сон, юный вождь. Это было видение. Следуй за мной, и ты узнаешь, какая судьба уготована тебе. Давай. Знаю, что все это значит, но я иду. Ну, куда деваться-то? Конечно, идешь. Игра так запрограммирована. Я вождь. Да. За честь. Замечательно. Отлично. Мы почти на месте. Но обратите внимание, черная область уменьшается по мере продвижения. Да, мы это видим. Выберите Тралла и прикажите ему идти к флажку в центре лагеря. Все, здесь мы. Опа. Локтар, воины. Вождь, ждем твоих приказаний. Локтар Угар. Теперь, когда вы выбрали свой отряд, прикажите ему идти к следующему флажку. Да. Тревога. Нет. Впереди гнол. Чтобы приказать своим воинам вступить в бой, выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем «Не надо». Нуля. Мы не из трусов. Никто не уйдет! Так, а мы пока... Это был всего лишь разведчик. Откроем. Похоже, впереди их лагерь. Прикажите вашим воинам напасть на вражеский лагерь. Для этого выберите их и щелкните сначала на кнопки «Атаковать», а затем на земле в центре лагеря. Да. Никто нет, не именно уйдет. Конкретно вот этого будем атаковать сейчас. Так что не надо мне здесь. Час пробил. Четвером-то одного легче долбить. Никто не уйдет. Качаем цепную молнию. Так, через А. Бой! Сносим эти строения, потому что в них тоже бывает что-нибудь ценное. Ну тут ничего. Час пробил. Это вот это, видите? А. Удерживать позиции H, S и патрулировать. В бой! Давай, все снесу. Может, что-то будет. Добуду. Добу!
Да. Вождь, мы видели в реке банду морлоков. Морлоки – превосходные мишени для вашего нового заклинания. Чтобы Трал применил его, вот щелкните сначала на кнопке «Цепь молний», а затем да все, уже. На одном из морлоков. И смотрите, зелье маны выпало с них. В этом сундуке было зелье маны. Весьма полезная вещь. Заметьте, что ваша находка теперь занимает одну из ячеек, расположенных слева от панели приказов. С помощью этого зелья можно пополнить запас маны, магической энергии вашего героя. Мана расходуется на применение заклинаний, например, цепи молний. Это мы знаем. Ничего. Ладно. Прикажите воинам Тралла пройти вверх по реке, следуя флажкам. Да. В бой! Бейте его. Дабу. Давай, давай. Волчий вой – знак наступления ночи. Ночью ваши воины видят хуже, чем днем, поэтому вы должны следить за сменой времени суток. Наступает ночь. Будьте начеку. Дабу! За честь! Еще? Дабу! Да! За честь! Я твагу! За честь! Да! Опа! Подобрал! В бой! За честь! Блин, давай, 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 шевелись! Дабу! Понятненько. За честь! Дабу! Огр! Хорошо, что он спит. Ни хрена не хорошо. Пришлось бы туго. За честь! Вот так мы его. Все нормально, ребятишки. За честь! Смотрим, кто здесь еще остался. За честь! Мне же надо прокачиваться еще. Да. Хорошо, что он спит. А как же очки опыта? Дабу. Хоть мана и восстанавливается, конечно, вот смотрите. Вот она. Ну, медленно. Да. Голем! Осторожно, воины! Эти твари по ночам не спят! Так, молния на него не действует. Чего прикажешь? Духи не знают усталости. Так. Дабу! Локнарош! Вот так. Хозяин? Итак, мы... Локтаругар! Возьмем кольцо защиты. Замечательно. Магическое кольцо – весьма полезное приобретение. В зависимости от своих свойств, оно будет улучшать характеристики героя, который его носит. Хренайте его, хренайте его. Бейте. Козлину. Все? Да. Пойдем тогда. Ох. Тут жертвовать-то ими можно, потому что тут еще никого, ничего нету, никакой серьезной битвы, это только тренировка. Поэтому не жалейте, у вас даже один герой может Дабу. Здесь все вытащить. За честь! Лесные тролли. Я не могу поверить, что когда-то они тоже были частью Орды. На. Никто не уйдет! Почти. За честь. Сейчас у Трала осталось не так уж много маны. Да мы если знаем. Запас иссякнет,
ваш герой не сможет пользоваться час магией. Пробил. Да, мы знаем. Зелье поможет ему мгновенно пополнить запас маны. Дабу! Лок на рож! Книгу взяли, что она нам, чтобы так... Удача. В этом сундуке хранилась магическая книга. Прочитав ее, ваш герой улучшит одну из своих основных характеристик. Чтобы узнать какую, выберите Тралла и укажите курсором на пиктограмму книги. Я вождь. Ну вот, защита. А, защита-то это. А где у меня? Духи не знают усталости. Пиктограмма книги-то. Исчезает после их использования. Так я еще даже ничего не успел использовать ее. Локтар Угар. Так. Ну куда ты делась, книга? Ладно. Пентаграмма книги. Вот здесь пентаграмма книги-то должна быть. Собираешь. Ладно. За честь. Духи не знают было, усталости. Было. Плюс один к ловкости, плюс один к силе. Там же вроде само оно выбирается. Не я выбираю. Хотя раньше где-то в каких-то было, что именно ты выбираешь. Да. Дабу. Да. За давай, честь. Давай, давай, давай. Приветствую тебя, сын Дуратона. Я знал, что ты сумеешь отыскать путь. Я видел тебя во сне. Кто ты? Откуда ты меня знаешь? Я знаю многое, юный вождь. И о тебе, и о твоем народе. Кто я, сейчас не важно. Важно то, что ты соберешь своих воинов, и вы покинете эти земли. Покинем? О чем это ты, человек? Человек? Во мне давно не осталось ничего человеческого. Я изменился. Я стал другим. Знай, я видел будущее, видел огромную тень, надвигающуюся на наш мир и жаждущую поглотить его. Ты ведь тоже чувствуешь ее приближение. Демоны. Они возвращаются? Да. И лишь за морем, на далеких берегах Калимдора, у тебя будет шанс устоять против них. Но разве мы... Я отвечу на все твои вопросы, юный вождь, когда придет время. А сейчас собирай своих воинов. Мы еще встретимся. Встретимся. Мы обязательно встретимся. Нет, безумца. Но духи говорят, что я должен верить ему. Так. Продолжить. Конечно, духи говорят. Поехали дальше. Так, нажмите любую клавишу. Нажали. Прошло 3 дня, а этот пророк так и не объявился. Надеюсь, я не зря доверился ему. Вождь, кланы выступили в путь по твоему зову, но им нужно время, чтобы добраться сюда. Нужно разбить лагерь. Когда прибудут мои воины, у них должна быть еда в достатке и крыша над головой. Да, вождь. Воин, известно ли что-нибудь о громе Задире? Клан боевых топоров уже давно должен был появиться здесь. Нет, вождь. От Задиры давно не было вестей. Проклятие. Куда же он подевался? Итак. Локтар Угар! Мигающая кнопка в верхней части экрана показывает, что в походный дневник была добавлена новая запись. Щелкнув на этой кнопке, вы сможете прочесть описание вашего задания. Так, так, так. Описание в журнал. Получив приказ добывать золото, раб начнет курсировать между золотым рудником и ближайшим домом вождей. Вот он. Вот еще несколько рабов. Чтобы ускорить добычу золота, отправьте их на то. Вы только что указали сборный пункт, в который будут следовать все воины, нанятые в этом здании. Чтобы указать сборный пункт,
Выберите здание, мы в котором знаем. Можно нанимать вот войска, он. И щелкните правой кнопкой мыши в нужном месте карты. Нужно золото. Ой, да давай. Нужно золото. Запас вашего 90. Золота отображается в правой верхней части. 30 тысяч, это много. Этот даже. Запас растет. До первого того, уровня. Вы перетаскивают добытое золото в дом вождей. Покупка занимает некоторое время. Выбрав дом вождей, в середине нижней части экрана вы увидите индикатор, показывающий, сколько времени осталось до появления раба. Да. Добу. А вот он первый. Что хочешь. Так. Племя растет, и вам нужно построить еще одно логово. Угу. А ты будешь деревья таскать. У вас почти не осталось древесины. Без этого ресурса вот отсюда вы будешь сможете таскать. Продолжить строительство лагеря. Получив приказ добывать древесину, раб начнет курсировать между лесом и ближайшим домом. Конечно, будет. Куда он денется? Давай, таскай. Займемся этим. Мы сначала сюда съездим. Лесопилка может значительно повысить эффективность работы лесорубов. Пусть один из ваших рабов построит ее рядом с лесом. На. Давай. Час пробил. Ух ты, на него еще и не действует. Дело сделано. Давай. Угу. Лесопилка, вот она. Сделаю. Я вот. Как дела у нас там? Хм. Нормально. Не, сюда одному не надо суваться. Дабу. Да. Мы пока вот сюда. Хм. Что ж. Осталось немного. Да. Оп. Хорошо. Вот так вот. Ну, прикольно. Место у нас 30. Сейчас чуть побольше станет. Дело сделано. Тут улучшать можно. Давай. Усовершенствование действует как на уже нанятых, так и на будущих воинов. Вот это прикольно. Вот журнал. Постройте лесопилку, постройте казармы, найдите, наймите 5 бугаев. Ух ты. Так. Подламывать пока и смысла нету в первых-то минутах. Потом, правда, да, будет немножко муторно, долговато, но ничего. Так. Тут у нас людишки будут. Дело сделано. Угу. Так. Нам надо вот казармы. Поздравляю. Теперь у вас достаточно золота и древесины. Давай казарму вот здесь вот сделаем. Казарм. В казармах можно нанимать новых воинов. А дальше? Можно, конечно, было и здесь поставить, но я там поставлю, чтобы ближе потом тащиться. Нужна древесина. Исследование завершено. Давай еще троих тогда наймем. Они быстро делаются. Деньги тащите. Готов вкалывать. С удовольствием. Ну, строит потихонечку. Работа движется. Видите, тут по идее можно, готов, конечно, вкалывать. Подломить, но на маленьких уровнях. Просто видео будет дольше идти. Хорошо. Давай пока. Строй. Готов вкалывать. С удовольствием.
Все. Сейчас лес пойдет. Попрет просто-таки. И этот уже достраивает. Исследование завершено. Дело сделано. Чего хочешь? Давай, хорошо. Вот сюда. Теперь, когда казарма построена, вы можете нанять нескольких бугаев для пополнения. Вот так, пока три. Продолжайте нанимать бугаев. Мне их пять пока надо. Пока задание игры не будет выполнено. Дело сделано. Да. Сделаю. Все. Строят. Медленно строишь. Быстрее надо. Моя жизнь принадлежит Орде. А кому еще-то? Вы сможете нанимать по несколько воинов одновременно. Я знаю. Но нам зачем дополнительная казарма-то? Дело сделано. Так, это, по-моему, крайний. С удовольствием. Вот сюда, вот так вот. Моя жизнь. Сейчас посмотрим. До 90 так-то, по идее, должно доходить. На первых уровнях. Дело сделано. Ну, чего смотрим. Хочешь? С удовольствием. На тебе. Моя жизнь принадлежит Орде. Давайте быстрее таскайте. Пока миссия не будет выполнена. Займемся этим. За честь. Моя жизнь принадлежит Орде. Да? Глокта! Дело сделано. Духи не знают усталости. Да. Да. И что? Ну давай-ка еще одну тогда. Да-да. Займемся этим. Да. Пойдем. Да. Моя жизнь принадлежит Орде. Никто не уйдет. Так, тут люди построили уже мост. Вы нарушаете приказ Альянса. Мы уже взяли в плен одного из ваших командиров. Если вы сдадитесь сейчас, мы сохраним вам жизнь. Что за глупости ты говоришь? Вождь! Они говорят, что захватили в плен одного из наших. Может быть, это Гром? Надеюсь, что нет. Но если они подняли руку на Задиру... Локтар Угар! Вперед, воины! Прогоним людей! В бой! На наш город напали. За честь! Табу! Экси, так исцеление взяли. Лок на рож. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Пусть валят пока. В бой! Там у них потом вторая башня пока будет. Вот. Подыхают сами. Час пробил! Тут нету ничего страшного пока. Дело сделано. В первых миссиях. Да. Жалкие людишки уничтожены. Гром должен быть на другом берегу реки. Что надо, хозяин? Переведите отряд Трала через мост. Чего хочешь? Давайте, несите. Что надо, хозяин?
одно из наших зданий было повреждено в бою. Чтобы отремонтировать его, еще нажмите сначала на кнопки «Ремонтировать», а затем на поврежденном здании. Моя жизнь принадлежит Орде. Духи не знают усталости. Группа 2. Вперед. За честь. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Дабу! Ушел, ворон. За честь! Пойдем. Сейчас будем разносить моя это все. Жизнь принадлежит Орде. Да. Локнарош. Все, пришел. Нужно золото. Нормально золото таскают. Все прекрасно. Я вождь. Опа. Уничтожаем башню. Блин, так-то прикольно, да? Топорами по камню долбить и уничтожать все-таки. Хм. Моя жизнь принадлежит Орде. За честь. Опа. Да. А мы сюда зайдем. За честь. Так, я не помню, эти нет, уничтожаются? Да. Нет, пока не уничтожаются. За честь. Хм. Видимо, я не такой кровожадный еще. Дабу. Да. Час моя пробил. Принадлежит Орде. Чего прикажешь? Время убивать. Локтаругар! Ну-ка сюда иди. А? Духи не знают усталости. Моя жизнь принадлежит Орде. Хозяин? Займемся этим. Проходи. Дабу! Хм. Да. Так, ничего. За честь. Дабу. Ладно. Да. Локтаругар. Ломайте ворота. Чего прикажешь? Так, теперь ты. Угу. Можно построить. Ну, недорого. Я вот здесь построил, чтобы видно нам было. Нужно золото. Армия так разрослась, что на ее содержание будет расходоваться часть ваших ресурсов. Ничего. Так, там мы все сделали. Опа, и я вождь. Дабу. Хм. Что у нас здесь? Дабу. Моя жизнь принадлежит Орде. Господи. Против стольки нас не выстоите же вы. Точно не выстоите, я вам говорю. Моя жизнь принадлежит Орде. Локтаругар! Духи не знают усталости. В бой! Моя жизнь принадлежит Орде. Никто не уйдет! Сейчас сюда. Дело сделано! Че надо, хозяин? Еще делай. Уступ поставь. Локтаругар! Видишь, мы заняты. Мы смотрим. Духи не знают моя усталости. Жизнь принадлежит Орде. Да. Дабу! Да. Ничего. Локтаругар! Хм. Утром
Утро. За честь! Да! Все, проснулись, выспали. Во славу! В бой! Да, вождь. Так, ты у нас что? Очищение. Рассеяние всех заклинаний, наложенных на указанного воина, при этом скорость его перемещения снизится. Короче, он мне пока не нужен. Я не знаю усталости. Пока он мне не нужен. Дело сделано. Никто не уйдет. Чего хочешь? Хорошо. Займемся этим. Сюда. За честь. Приказывай. Лохтаругар. Вот так вот. И я вождь. Да. Займемся этим. Бам, бам. Это пока еще ни один не помер. Слабоватый. Да. За честь. Дабу. За честь. Нету ничегошеньки. Дабу! Духи не знают усталости. Час пробил. За честь. На. Потом сильнее будет. Так что не надо расстраиваться. Чем могу помочь? Моя жизнь принадлежит Орде. Так. Да. Дело сделано. Понял. Я вождь. Есть что? Нифига ты как поскакал. И ни хрена нету. Займемся этим. Приказывай. Так, это вы будете у меня. Да. Третьим отрядом. Угу. На. Вот так. Сейчас самое, что интересное. Займемся этим. А вы сюда. Я вождь. Вождь, мы нашли Грома, но место, где его держат, окружено сторожевыми башнями. Так уничтожьте их! Нужно освободить Задиру! Без проблем. Приказываю. Лохтар-Угар! Давай, давай. За честь! И Лохтар, и да. Угар. Дабу! Так. Строит. Духи не знают усталости. Да, вождь. На. Займемся этим. Чем могу помочь? Так, всего лишь три башни. Нас атакуют. Лохтар-Угар. Да, вождь. Давай. Займемся этим. Повали. Да. А лесопилку вот здесь поставим. Чтоб совсем охренеть. Я вот. Да. Да. Опа. Завалят его, наверное. Не успею его разрушить. Убили. Ничего страшного. Зак-зак! Глоктар! Хоп. Гром, ты в порядке? В полном, братишка. Пострадала только моя гордость. Забудем об этом. Мы покидаем земли людей навсегда. Ну, наконец-то! Идем, у меня есть идея.
Мы могли бы одолжить у людей их корабли. Хорошая идея. Но нужно еще дождаться остальных. Орда в сборе, вождь. Мы ждем твоих приказаний. Ну вот. Отплываем. Плыви на запад, к берегам Калимдора. Там ты найдешь свою судьбу. Там обретет спасение твой народ. Плыви. Продолжить. Так, войска, герои, ресурсы, общий счет. Так, небольшой пролог уже закончился. Теперь альянс. Люди. Люди на блюде. Людям прилетело. Согласно нашим донесениям, будут его слушать, а вот нет. И недавние нападения на резервации – прямое тому подтверждение. Согласен. Орда уходит. Но это же абсурд! Мы же не будем просто сидеть и смотреть, как Орда марширует. Мы собрались здесь не ради орков. Сколько раз я должен повторить это, чтобы вы поняли меня? Король Теренес, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы, охватившая северные земли, может иметь ужасные последствия. Чума? Голос-то это трансформера. Паранойей. Кто он там? Голос. Кто он там, блин? Трансформер-то этот, грузовичок-то был. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно представляет для нас угрозу, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов подвергнуть ряд деревень строгой изоляции. Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям Лордерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях. Посох, а посох-то они откуда у тебя? Пленники, король. Что это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Тьма возвращается. И мир находится на грани войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте меня. Единственное спасение для вас, люди, это путь на запад. В древние на земли запад. Калимдор! Ты сошел с ума! Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. О, это не пустое пророчество. Война уже угрожает нашим... Да не с тем воюешь ты. Но принимать решение будем мы сами. А теперь убирайся. Моя ошибка обошлась человечеству слишком дорого. Это не должно повториться вновь. Если вы не способны нести это бремя, я отыщу того, кому оно будет по силам. Магические посохи стреляют. Видите, я тогда даже оружие было. Хрен поймет, как так. Я сделал сами с мечами, но стреляют. Они сами избрали свой путь. Да. Дураки. Вы дураки. Все как в жизни. Семеро решают судьбу миллиона. Добро пожаловать, принц Артес. Ваше присутствие — большая честь для всех нас. Не нужно формальности, Утор. Я еще не король. Рад тебя видеть. Я тоже рад, мой мальчик.
Хорошо, что король Таренос прислал мне на помощь именно тебя. Мой отец не теряет надежды, что рядом с тобой я наберусь терпения и опыта. Всякий отец имеет право мечтать. Правильно. Мы остановились здесь. Разведчики сообщают, что где-то за следующим холмом укрыт лагерь орков. Так я и думал. Это еще не все. Неподалеку находится деревня Странборд. Орки собираются напасть на нее. Насколько мне известно, деревня совершенно беззащитна. Я должен немедленно отправиться к лагерю орков. Ты можешь взять на себя защиту Странборда? Конечно, Утар. За меня не беспокойся. Хорошо. Когда деревня будет в безопасности, приходи к лагерю орков. Я буду ждать тебя там. Будь осторожен. Ну, вот здесь вот немножко муторно будет. Кланяться. Что прикажете? Во имя правосудия. Я служу свету. Жалкий глупец. Разумеется. Свиток защиты. Они получат по заслугам. Поздно просить пощады. Так. Времени нигде нету отчета. Отличный план. За моего отца! Не нужно кланяться. Где враг? Разумеется. Поздно просить пощады. Что прикажете? Не нужно кланяться. Давай, давай. Ничего, да? Где враг? Свет дает мне силу. Ну что, хоть это мои постройки, но они без надобности. Конечно. Ну, кстати, давайте-ка заглавим так. Вот так. Что было нам? Разумеется. Насобираем. За честь и отвагу! Добро пожаловать в нашу деревню. Разумеется. Конечно. За моего отца! За честь и отвагу! Они получат по заслугам. Хрен там не пройдешь. Конечно. Разумеется. Давайте по порядочку открывать. Добро пожаловать. За честь и отвагу! За моего отца! Теперь я действительно зол. Ваше высочество. Во имя правосудия. Свет дает мне силу. Блин. Конечно. За честь и отвагу! Мы будем драться за Лордерон. Мужики, к оружию! Оп, увеличился. Минутку. Давайте. Это у нас будет отряд 2. Это у нас будет. Во имя правосудия. Отряд 3. Поздно просить пощады. Теперь я действительно зол. Они получат по заслугам. Пока ничего нет. Отличный план. Прошу вас, помогите! Гнолы утащили в лес моего крошку Тимми! Умоляю, спасите его! Разумеется. Сейчас мы спасем. А вы еще не умеете, я да, ни хрена? Я служу свету. Конечно. Разумеется. Отличный план. Спасите! Вытащите меня из этой клетки! Отдайте ему по шее. Что прикажете? Вот так. Выпустите меня отсюда. Я хочу домой. По заслугам. Как скажете. Будет исполнено. Спасибо тебе, храбрый воин. Прими это в знак моей благодарности. Так, получен предмет кольцо защиты 1. Ладно. Где враг? За моего отца!
Я служу свету. Во имя правосудия. Да, ваш броди. Опа. Давайте. К оружию! Ура! Свет дает мне силу. Есть что? Ничего нету. Не нужно кланяться. Пойдем. Разумеется. Отличный план. Будем потихонечку так. Разумеется. За честь и отвагу! Разумеется. Видите? За честь и отвагу! У нас стало побольше воинов. Отличный план. Конечно. Разумеется. Отличный план. Так, а я отсюда пришел. За честь и отвагу! А сюда надо идти теперь. Отличный план. Спасите нас! Не это уйдешь. Ловушка! Забирайте все, парни! Все, что у них есть ценного! Давай! Сейчас тебе дадим ценного. По шеям. Разумеется. Опа, так это что, божественный щит? Это доспехи веры, повышение защиты дружественных войск, находящих поблизости. Кто, кто примет это заклинание, окружает магической преградой, непринимаемой для окружения, так, заклинание противника. Отличный план. Свиток исцеления. Пока рано, конечно, его использовать. Я тебя разумеется. Так вылечу. Свет дает мне силу. Отличный план. Разумеется. Забирайте все, что есть. Да что у нас есть? Нас грабят! Помогите! Было ваше, станет наше. Нам никто не указ. Эти негодяи украли мою учетную книгу. Без нее я не могу вести хозяйство. Она у них в лагере. Прошу вот вас, мы и так знаем. Ее. Разумеется. Конечно. Только не надо. За честь и отвагу. Сломя голову, бежать-то за ними. Отличный план. За честь и отвагу. Отличный план. Они получат по заслугам. За моего отца. И... Разумеется. Да. Не повезло за тебе. За честь и отвагу. Отличный план. Теперь я действительно... Помолись перед смертью. Ой. За честь и отвагу. Разумеется. Это слабоватцы. За моего отца. Книга учета. Где враг? Как скажешь. Свет дает мне силу. Смотрим, что еще есть у тебя. Конечно. Не нужно кланяться. Они получат по заслугам. Несу, несу, нахрен. Поздно просить пощады. За честь и отвагу! Отличный план. Ой. А мне куда сначала надо? Конечно. Мне сначала сюда надо. Он ползет. Тут-то бояться пока еще нечего. Некого. Благодарю вас за помощь. Пожалуйста, возьмите это. Что ты мне дал? За честь и отвагу! Что-то на прокачку, да? Где враг? Да, что-то на прокачку он мне дал. Получен предмет книга силы.
во имя правосудия. Разумеется. Спасите нас! Он убегает! Убейте его! Проклятие, орки уже напали! К оружию, братья! За честь и отвагу! Отличный план. Так, а здесь-то что, ничего нету? Просто кладбище. За честь и отвагу! Теперь я действительно зол. За моего отца! Дайте ему отхреначу его. Конечно. Сильные орки. Разумеется. За честь и отвагу! Теперь я действительно зол. Мы всех потоптали нахуй. Поздно просить пощады. Никогда не поздно. Разумеется. Жалкий глупец. На. Не нужно кланяться. Опа. Отличный здесь план. Здесь нету никого. Они получат по заслугам. За честь и отвагу. Разумеется. Поздно просить пощады. За честь и отвагу. В атаку! Теперь я действительно зол. Захотели ухреначить? Свет дает мне силу. Во имя правосудия. Конечно. Нормально сейчас их. И этот не отбился. Да, ваш броди. Где враг? За честь и отвагу. Конечно. Пойдем, пойдем, пойдем. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Разумеется. Блин, не в ту сторону пошел, поди. Надо было там тащи поискать еще сначала. Вместе с остальными. Тащите их. Ну не идите, не идите за ним. Конечно. Разумеется. Они получат по заслугам. Отличный план. Конечно. Жалкий глупец. Давай, давай, давай. Бей его. Вот это в окружении вообще. Не выстоять тебе. Они получат по заслугам. Конечно. Разумеется. Эх, зелье маны. Отличный план. Теперь я действительно зол. Тот, кто примет это заклинание, окружает магическая преграда, непроникаемая для оружия и заклинания против времени действия 15 секунд. За честь и отвагу! Давай, 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 давай. Все, окружили. Потеряли мы одного бойца, конечно. Отличный план. Ну это. Разумеется. О, господи, так это еще все. Основное задание кончилось. Да хранит вас божественный свет, принц Артес. Ну что будет с теми, кого взяли в плен? Господи, ребенок такой уродится. Они вернутся домой целыми и невредимыми.
Принц Артес, лорд Утор ждет вас у лагеря орков. Он говорит это срочно. Да, с вами не соскучишься. Вперед! Продолжить. Ох ты, блин, это там, где бегать надо слева направо. Ну, действительно так. А, ты как раз вовремя. Я отправил двух лучших рыцарей на переговоры с вождем орков. Они должны вот-вот вернуться. Ни хрена никто не вернется. Проклятье, эти орки никогда не сдадутся. Тогда в атаку и уничтожим этих тварей. Запомни, Артес, мы паладины. В своих поступках мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утор. Теперь, если у тебя еще остались силы, я хочу, чтобы ты возглавил эту атаку. Я? А кто еще? Ну, конечно. Я останусь здесь и буду охранять лагерь. Я не подведу тебя. Я знаю, мой мальчик. Так. Давайте, два. Я служу свету. За честь и отвагу. Так. Не хватает золота. Да. Угу. Неси. Лесопилка-то прокачана, по крайней мере. Я готов. Не хватает золота. А, вот как это. Ну-ка, давай-ка сюда. Где враг? Я Свет готов. Дает мне силу. За моего отца! Так. Опять работа? Хорошо. Во имя правосудия. Я готов. 140. Оп, 20, 30, 40. Уже лучше. Да. Нам нужна... Не хватает золота. Казарма. Угу. Пока давай дерево тащи. Опа, опа, опа. Где враг? Они получат по заслугам. Чего? Хорошо. Я служу свету. Ух ты. Во имя правосудия. Давай. Постройка завершена. Опять работа. Хорошо. Постройка Я служу свету. Завершена. Не хватает дерева. 60. Вот так. Где враг? Да, господин. Хорошо. Давай. Нам надо еще троих, как минимум. Не нужно кланяться. Отличный план. Ой-ой-ой. Я готов. Не хватает дерева. Давай. Неси уже. Я готов. Ну, я пошел. Вот и все. Во имя правосудия. Опять работа. Угу. Можешь когда делать, тронулась с мертвой точки. Постройка завершена. Я готов. Да. Постройка ну, завершена. Я пошел.
долго. Наш город осаждают враги. Я служу свету. За моего отца! Свет дает мне силу. Поздно просить пощады. Постройте первый. Давай. Опять работа? Готово. Хорошо. Чего? Угу. Готово. Чини, чини. Я готов. Не хватает золота. Да, господин. Нам надо... Хорошо. Чего? Больше дерева. Угу. Нет. Не хватает золота. Готово. Постройте, наймите 6 пехотинцев. Опять работа? Я готов. Ну, я пошел. Жду приказания. Чего? Хорошо. Давайте, вы так быстрее вытащите. Давай. Да, господин. Ну, я пошел. Не хватает золота. Ну вон они как таскают. Готово. Что прикажете? Есть! Так точно. Ой-ой-ой-ой. Не нужно кланяться. Жду приказаний. Готово. Да, ваш броди. Есть! Чего? Хорошо. Да. Хорошо. Золото, блин, так вы долго будете таскать. Чего? Давай, а ты вот здесь вот башню построй. Ну, я пошел. Жду приказа. Я служу свету. Что прикажете? Здесь нельзя строить. Опять работа. Хорошо. Вот, знаете, да, можно строить. Да, господин. Ну, я пошел. Так, ладно. Свет дает мне силу. Постройка завершена. За честь и отвагу! Наш город осаждают враги. За моего отца! Готупец! Во имя правосудия. Давай, давай. Они получат по заслугам. Блин, этого-то убили у меня в первую очередь, да? Работягу. Готово. А кто чинить-то будет? Хорошо. Я готов. Угу. Свет дает мне силу. Так, так, так. Я служу свету. Давай, мы вроде сюда только пошли. Отличный план. И нас отвлекли. Конечно. За честь и отвагу! Постройка завершена. Отличный план. Опять работа? Да. Мы рады встрече, добрый человек. Хочешь поохотиться с нами? И какая же дичь нужна гномам в этих лесах? Мы ищем черного дракона. Говорят, что его кровь наделяет клинок силой огня. Если ты поможешь моим друзьям, мы с радостью поделимся с тобой добычей. Пожалуй, огненный клинок мне не помешает.
Дракона, которого мы ищем, зовут Сиренокс. Теперь он не уйдет. Так, он-то не уйдет. Свет дает мне силу. Жду приказаний. Конечно. Отличный план. Да, господин. Хорошо. Да, ваше сиятельство. Ротоподъем. Так, что у меня там? Глупец! Демоны придут с небес, и этот жалкий мир сгорит в огне. Так говорят колдуны из клана Черного Камня. Да, эту песню я уже слышал. Вас, орков, ничего не учит. Это был только призрак. Проклятие, чего они добиваются? Близится конец света. Пусть эта жертва смягчит гнев демонов. Безумные твари, вам никогда не уйти от... Дебил. Плодить нежить. Убить орков! Уничтожить их всех! Что прикажете? К оружию! Эх, ладно. Где враг? Разумеется. Нам надо побыстрее закончить здесь. За честь и отвагу! Разумеется. Давай, давай. Готово. Отличный план. Не-а. Разумеется. Жду приказаний. Да. Ну, я пошел. Да, ваше сиятельство. Не нужно кланяться. Конечно. Пойдем сюда. Отличный план. Жду приказаний. Кого вы там будете гасить, я правда не знаю. Но пока все идет по плану. Конечно. За честь и отвагу. Конечно. Вы осмелились бросить мне вызов. С каждым поколением смертные становятся все более безрассудными. Конечно. Теперь мы отнесем его сердце гномам. За честь и отвагу! Разумеется. Опять работа. Так, что ты у нас? Ты у нас дома Хорошо. Строишь. Строй. Правильно делаешь. Да, ваш броди. Ваше благородие. Господа, госпожа удача. Подожди, так у меня тут такое же есть, нет? Я перекую ваше оружие. Отныне оно будет разить врага огнем. Готово. Я служу свету. Отличный план. Так. Конечно. Не нужно кланяться. Чего? На нас напали. Ну, я пошел. Что прикажете? Давай. Опа. Во имя правосудия. Ну, вот так и надо. Отличный план. Конечно. За моего отца! Сейчас я их захренакаю. Оп, оп. Исследование завершено. Поздно просить пощады. Готово. Опять работа? Конечно, а ты как думал? В сказку попал. Угу. Я служу свету. Разумеется.
За честь и отвагу! Отличный план. Теперь я действительно... Давай, расхренач их. На нас напали. Не хватает золота. Ну, сейчас он нам хватит. Где враг? Поздно просить пощады. Бум-бум-бум-бум-бэм. Расфигачил. За моего отца! Конечно, исследование готово. Завершено. Во имя правосудия. К бою готов? Хорошо. Так, дерево-то поди снимать можно уже, да? Где враг? Разумеется. Отличный план. Они получат по заслугам. Морлоки? Вау, камень. Здесь? Наверное, их лагерь где-то неподалеку. За моего отца! Хреначьте их. За честь и отвагу! Готово. Теперь я действительно... Да, господин. Все. Можешь таскать золото. Хорошо. Дерева у нас хватает. К бою готов? Экс. Не нужно, некуда завершено. Некуда класть. Разумеется. Возьмем боевые когти. Я служу свету. Жду приказания. Конечно. Отличный план. Конечно. Экс. Они получат по заслугам. Уже лучше. За моего отца! На нас напали. Жду приказания. Там есть кому защитить. Да, ваш броди. Есть! Как скажете. Так точно. На нас напали. Где враг? Исследование завершено. Да, так, вы-то двое вот сюда возвращайтесь. Будет исполнено. Во имя правосудия. Поздно просить пощады. Расхренатькиваем. За честь и отвагу. Конечно. Подожди, вот сюда вот еще можно сходить. Сюда-то мы еще успеем. Чего? Ну-ка, вот здесь постройка башенку. Хорошо. А, мне сюда и надо. Свет дает мне силу. За честь и отвагу! За моего отца! За него самого. Под раздачу-то все попадают. Теперь я действительно зол. За моего отца. Разумеется. Тут кто-то есть? Конечно. Тут никого. Разумеется. Готово. Да, господин. Так, а в этой башенке построим вот эту башенку. Не нужно кланяться. Они получат по заслугам. На нас напали. Это для начала. За честь и отвагу. Теперь я действительно. Чего? И вот здесь вот башенку. Ну, я пошел. Во имя правосудия. Я хочу вот сюда сходить.
Конечно. Куда стрелять? Постройка завершена. Не нужно кланяться. Они получат по заслугам. Давай. Выносим их. Готово. Отличный план. За честь и отвагу. Поздно просить пощады. Конечно. Сталкий глупец. Свет дает мне силу. Отличный план. Теперь я действительно зол. Разумеется. Постройка завершена. Я служу свету. За честь и отвагу! Отличный план. Не нужно кланяться. Сейчас мы вот здесь тебе бой дадим. Дайте цель. Что прикажете? Вот так. Да. Так, все нормально. Пойдем башни делать. Вот сюда поставим. Так, мне надо пополнить отряд. Как скажете. Так, теперь... Свет дает мне силу. Постройка завершена. За честь и отвагу! Готово. Конечно. Все, сюда пойдем. Сходим. К бою готов? Разумеется. Пока отличный сюда план. Сходим. Да, господин. Хорошо. Наглость. Я знаю. Где враг? Конечно. Не нужно кланяться. К бою готов? Жалкий глупец. Готово. Господи. За честь и отвагу! Разумеется. А, так это и было основным заданием, что ли? Ты справился, мой мальчик. Люди запомнят эту победу. Не знаю, Утор. Орки приносили в жертву крестьян. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Но мы победили их демонов давным-давно. Возвращаемся домой. У нас был тяжелый день. Тяжелый. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!